Президент интересовался текущим положением дел на комбинате, мерами, которые предпринимаются для повышения спроса на его продукцию в целом. О технологических линиях Евгения Шевчуку подробно рассказал гендиректор Андрей Нефедов. Он же обратил внимание на то, какие шаги планируется предпринять для финансового оздоровления. Сегодня Рыбницкий цементный комбинат работает на 70% мощности, но объемы производства будут увеличиваться. Коммерческий директор Артем Наумов подчеркивает, что положительный фактор для заключения новых контрактов – открытие железнодорожного сообщения на участке Рыбница-Слободка. В настоящий момент мы уже начали отгружать цемент на Украину. То есть это добавляет нам производство объема там, порядка 15-20 тысяч тонн. И Рыбницкий цементкомбинат будет наращивать объемы, соответственно, будут увеличиваться отчисления налоговые органы и увеличение зарплаты. Гендиректор комбината сообщил президенту, что отгрузка цемента и сырьевых компонентов будет производиться за счет использования думпкаров – специальных вагонов цементовозов. Нашего подвижного состава было капитально отремонтировано 29 думпкаров. Но сегодня мы видим, что мы уже работаем двумя линиями. В связи с этим мы сейчас производим восстановление верхнего пути, который идет с карьера до комбината. И мы нашими думкарами будем возить, если будут работать две печи, мы будем возить непосредственно нашими думкарами. На встрече Евгений Шевчук попросил доложить о мерах по обеспечению экологической безопасности при осуществлении производственной деятельности комбината. Президент обратил внимание руководству предприятия на систему контроля за выбросами в атмосферу.